На ваших экранах запись видеорегистратора одного из участников движения. Он зафиксировал факт вежливого обращения водителя к пожилому человеку, переходящего проезжую часть. Вчера на пересечении улиц 9 января и Пушкинской пенсионер с явным ограничением по зрению долго не мог перейти дорогу. Из-за этого даже образовался небольшой автомобильный затор. Бедного мужчину долго никто не замечал, ему сигналили и выражали свое недовольство. И никак не попал бы пенсионер на другую сторону, если бы не один единственный водитель, который остановился и перевел дедушку через дорогу. Ты водитель должен быть все-таки больше внимательным. Отношение водителей к пешеходам желает лучшего, потому что не пропускают, и, соответственно, и пешеходы тоже идут напролом. Бескультурье и такое отношение друг к другу не очень. А на ваш взгляд, кто должен быть более вежлив, скажем так, более с пониманием относиться, водители к пешеходам или пешеходы к водителям? Ну, конечно, водители к пешеходам. И те, и другие должны следить. Ну, я думаю, что и водители, и пешеходы, конечно, тоже сами нарушают. Проходя в ненужных местах, водители тоже должны уступать. Но пешеходы перед тем, как переходить, должны посмотреть направо, налево. Это тоже очень важно. Ужасно. Я считаю, что ужасно. Вот я даже иногда боюсь по земле идти. Боюсь. Потому что вот надо туда-сюда посмотреть, и даже если горит зеленый свет для меня, то надо еще туда-сюда посмотреть, чтобы не попасть под машину. Водители больше нарушают. И пешеходы тоже нарушают. Потому что вот сейчас чуть меня не шибли. По пешеходной дороге газель остановилась, а другая машина, легковая, обгоняет и чуть не соткнула меня. Как бы ни призывали полицейские, водители и пешеходов быть взаимовежливыми на дорогах, видимо, добрые поступки – это залог воспитания и чести каждого. Анастасия Рожкова, телеканал ЮТВ.